О, трейлер. Джокер Божевилля на двух. Ля. Ля. Итак, смотрим, значит, реакции. Вот, фильм «Жоки», погнали. Вперед, ребятки, на выход. Фига себе, он в тюрьме выглядит, как этот, как Саакашвили в тюрьме. Тоже похудел, стал таким старым. Просыпаемся. Шо капец. Ну что, Флэк, расскажешь нам шутку? О, о, это Леди Гага. По-моему, у них будет секс. Возвращает нам целостность. Не дает расползтись внутренним трещинам. Красивый кадр. Я никто. Я не сделала ничего стоящего, в отличие от тебя. О! Вернулся! Это мюзикл будет, что ли? Просто Леди Гага. Уйдем отсюда. Да, какой-то пока что очень странный трейлер и очень странный фильм про Джокера, если честно. Она будет в образе Харли Квинн или нет? Чё за нах? Джокер энд Харли. Артур, что изменилось? А я скажу вам что. Я больше не одинок. Давайте поговорим об этом! Блядь, так он Сигмой просто перестанет быть и все. Дресня какая-то. Пасхалочник. Да не, какое-то говно, если честно. Первая часть, там он сражался с Сусайти. Это какой-то мюзикл с женщиной. Вот, блядь. Просто будет подкаблучником станет. Что, нача улыбку нарисует, да? Хочу увидеть тебя настоящего. Класс. Покажи пенис. Безумие. Джокер безумие на двоих, понятно. Ну... Чё-то не впечатляет. Дресня какая-то, если честно. Ну, хотя первый Джокер был крутым. Поэтому посмотрим. Может, вторая часть. Ну, как минимум, будет лучше большинства тех фильмов, что сейчас выходит. Потому что такая дресня. Вот это Мадам Паутина вышла. Боже, типа женщина Спайдермен, но они ни разу костюм за весь фильм не одели. И там сюжет в том, что ее мать укусил паук в Южной Америке. Она получила суперсилу в виде других людей-пауков. И за нею охотится какой-то мужик-паук, который имеет... Бля, какая мудятина, такую дресню клепают в последние годы. Мультики даже парашные вышли. Какая-то женщина-фури, которая становится красным медведем. Шо? Кто? Неуязвимый имба, согласен.